Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня китайка, и мы попробуем сегодня потестить девятое воодушевление, точнее девятое не воодушевление, а девятое жилы и рунами воодушевления на угольной армии. Также у нас небольшая часть, вторая сторона доната, вчерашние плюшки плюс сегодняшние, как видите. Дополнительно опять дали ожива восьмые. В принципе, это самое сейчас будет тоже одно из востребованных рун. Так как в дальнейшем, возможно, можно будет и девятки ковать. Думаю, где-то ближе к Новому году все-таки нам это станет доступно. Так. Поехали посмотрим, что там у нас по акциям и соберемся на угольную армию. Тут огни крыла накраса дают. Так вот. А вдруг нам повезет? Ну, конечно же, не повезет. Ну, монетки, которые есть, лучше всего. Вот у меня дополнительно тут 60. Я их буду все хранить для скидок. Потому что на скидках дают редкие восьмые эмблемы. По крайней мере, на английском так уже дают. Так, такое себе. Что тут у нас еще есть? Нового ничего, в принципе, нет. Так, окей. Ну, давайте героя попробуем. Что тут у нас? Асурик 50. Рейка 50. Опа, 50 дают уже. Здесь всех отлично. Бабашка. Бабулька. Нифига себе. Ну, это китайка, ребята. Посмотрите, как... Вообще просто жестко все дают. Офигеть. Красавчики. Ну вот так вот. Так. Хорошо. С этим мы разобрались. Поехали. Будем пробовать собирать героев. Кого мы возьмем? А, кстати, что у нас там по битве гильдий? Первое место. Ну, нормально. Огонь, ребята, проходят. Мне это нравится. Так, хорошо. Поехали, соберем героев, кого мы будем с собой брать. Однозначно будем брать Анубиса. Ему можно сразу же поставить воодушку. Так, Анубис есть, готов. Дальше. Ворожей. То же самое делаем. Вот интересно посмотреть, что с живыми героями, как они будут жить. Так, тут тоже ставим воодушевление. Есть. Так, Седна. Ну, вместо нее поставим, наверное, все-таки. Давайте Командору поставим ради интереса. С оживой. Какая на ней жила? Седьмая. Ставим сразу же восьмерочку. Кстати, командору, думаю, с живой можно тоже попробовать потестить как вариант. Так, хорошо. Асурика. Ну, наверное, Асурика. Вместо Асурика поставим Бигфута. А Бигфут у нас стоит. Так, Фрея. Бигфут у нас есть. Бигфута поставим. Вместо Асурика нам придется тыковку поставить. Так, ставим воодушевление. Отлично. А можно было, в принципе, не ставить. Ладно. Пусть будет всегда включенный. Так, на огника можно порочный пакт влепить. По себе у меня что тут порочного пакта восьмого нет. Тоже весь. Надо будет пактом набрать. Так. Грубая есть. Сейчас найдем. Кто скрысил? Минотавр. Надо пакты, кстати, наковать. Так.
Так, отлично. Меняем. Ну, вроде как бы все. Так, и сюда тыковку говорю, все, а тыкву забыли. Можно было бы, в принципе, и бугемана сюда поставить. Так, тыква, ты где? Что за дела? Блин, каждый алтарь все время надо привыкать. Так, тыковка. Кстати, можно будет тыкву девятую живо в печати рунами там поставить. Ну, конечно, она будет не топовая. Так, живо. Смотрим, что у нас тут вообще творится. Ангел есть, есть. Так, по отхилу нам надо поменять. Вот так сделаем. Рудольфик есть. В принципе, нам должно этого хватить. Поехали, посмотрим, что у нас же получится. Так, древнее создать. Вот мои оба героя. Сейчас мы их немножко ближе всех поставим. Так, чтобы они более-менее были рядом. Так, и сюда где-то припихнем командору. Вот такой вот состав у нас, ребят, будет. Я, честно говоря, не заморачиваюсь над ним. Так, что тут у нас? Череп. А тут у нас Тесса. Все, let's go. Надеюсь, я правильно нажал. Смотрим. Я думаю, до волны 15 можно дойти. У меня, как видите, здесь разброса нет. Можно было бы просто разбросом поставить всех. Ну, смысла не вижу. Попробуем так пока. Надо будет на выходных все-таки топ-1 забрать уже. Без времени особо нет. Так. Самое главное, блин, Бигфут, конечно, далековато стал. Печально немножко. Атлант может включиться. Смотрите, 13-я волна, там еще этот же. Блин. 17-я волна, блин. Все, ребят, это жесть. Надо все-таки прятать Бигфута. Это чуть-чуть ниже, потому что смотрите, что он делает. Ну, там соло их будет держать. Так, а что у нас? Коммодора слил? А, не, Коммодора есть, кстати. Но Коммодора немножко не туда бьет, куда надо. Ну, смотрите, как обраточки идут. Они даже не успевают подойти. 19-я волна. Бигфут там соло пробует тащить. О, хорошо, сейчас сюда демон подойдет. Смотрите, сколько у меня демонов живых осталось. Так, тыковка дает разгончик. Я сказал, тыковка дает разгончик. Ну все, Бигфут должен 21-я волна. Ребят, не знаю, что там сейчас у нас будет. Смотрите, огнекрыл не достает тоже ни туда, ни сюда. Жесть, конечно. Ну, в принципе, нормально. Тащим 22-я. Мы еще до сих пор не убили демона там, по-моему, с 20-й волны. 23-я волна. Жесть. Даже 23-ю вот так вот затащили. Интересно, сколько нам засчитает. Очень интересно на это посмотреть. Но Бигфут, в общем, тащит. Как видите, 8-е воодушевление отлично смотрится на Анубисе, на Вороже. А Вороже... Не, Вороже есть тоже живой. Так, у нас, по-моему... Не, Коммодора тоже есть, кого у нас слили. А у нас никого не слили. Давайте, давайте. Ну, как видите, немножко у меня коряво все герои стоят, поэтому мы сейчас тут много не набьем. Однозначно. Ну,
Без проблем это все проходится. 638, как видите, стандарт. Надо немножко по центру сейчас будет их всех расставить. Сейчас мы это сделаем. Так, чтобы никто не выбегал. Так, командора. Ну, командора тоже неплохо смотрится, я вам скажу. Так, и Бигфута сюда влепим поближе. Вот так вот сделаем. Думаю, нормально будет. Я надеюсь. Поехали. Ну, 638, как видите, с первой попытки на максимум проходим. И никто не слился. Без всяких там разбросов. Логник у нас причем не участвовал практически. Хорошо, что засчитало нам демона. Расстановки на твинках без забора. Ну, ботвинки без забора. Ну, отлично. Восьмое воодушевление на ворожея на Анубисе. Смотрится чудесно. Так, душиков посливали. Ну, сейчас должно быть попроще все. Так, отлично. Ну, как видите, вообще без вопросов. Ой-ой-ой-ой. Вот это, кстати, опасно было. Да, надо Бигфута попробовать будет отсюда убрать нафиг. Ой, тут у меня что, кого-то слили или нет? Да, кстати, или нет? Нет, не слили. Ну, вроде отлично. Анубиса нету, да, получается? Или есть? Я что-то не вижу. 24-я волна. Сорок один, немножко больше. Да, по-моему, Анубис у нас ушатался. Ну, тут топия 690, 680. Попробуем в следующий раз поставить героя просто в углу. Может, завтра у меня хватит времени, чтобы посмотреть, именно сбоку зайти, когда герои все будут кучно стоять. Ну, и надо плюс других героев поставить, чтобы больше было ДПС-ка. В общем, вот так вот, без всяких там заборов, особых заморочек. Да, у меня герои топовых прокачек, хорошие на них стоят чары, созвездия такие себе, нам они в принципе тут роли сейчас не играют, но как видите, угольная армия фармится изи. Все, пишите комменты, подписывайтесь, всем удачи, всем пока.